соревнованиях принимают участие 9 команд из разных уголков России – Волгоград, Кемерово, Красноярск, Махачкала, Челябинск, Санкт-Петербург и Московская область. Эти команды уже стали победителями зональных соревнований, теперь борются за звание «Лучший в стране», а заодно обмениваются футбольным опытом. Южные зоны, у них свой, как бы не сказать, и менталитет, но еще свой, своя манера игры. Она более подразумевает зрелищные игры. Сибирские команды там из той зоны Урала, они более как бы играют прагматичный футбол. Все-таки школы разные, они дают как бы обменяться и в спортивном плане своим мастерством и как бы пообщаться с с представителями команд. Сегодня завершаются игры в предварительных группах. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в финал. А побороться есть за что. Команда-победитель получит право в следующем спортивном сезоне играть во втором профессиональном футбольном дивизионе. Победитель станет известен 11 ноября.